Ремонт на Кузнечной между Горького и Амурской начался даже раньше, чем указано на информационном баннере. Рабочие зашли на участок не 20, а 10 мая, потому и закончили раньше указанного срока. По плану дорогу должны были открыть 20 июня. Самый крайний срок – 15 июля. Однако переносить даты не понадобилось. Дорожники постарались, и участок теперь готов на 100%. Политика администрации города – максимально сжать сроки строительства и сдать нейросети в течение всего сезона. Это выполняется, скажем так, эти чаяния мы как подрядчики не первый год уже, скажем так, высказывали. Действительно, мы знаем, август дождливый у нас, сентябрь, и не рекомендуется работу доводить именно до этих периодов. Это очень сильно удлиняет и влияет на качество работы. На Кузнечной заменили асфальт и бордюрный камень. Так как ее перекрывали полностью, она сделана бесшовно, что позволит быстрее и качественнее обслуживать проезжую часть в будущем. Гарантия на этот участок 5 лет. Всего в городе ремонтируют 16 дорожных участков из 19 запланированных. 4 из них уже сданы в работу досрочно. Так, сегодня открыли улицу Заводскую от Театральной до Кузнечной, Кузнечную от Горького до Амурской, Институтскую в районе кинотеатра Харбин и Студенческую между Воронково и Институтской. Работы идут по всему городу. То есть идут и в Маховое пойди, и на КПП, и в микрорайоне, везде работа, и в центре города, везде. Я извиняюсь перед жителями за неудобства, но лучше мы один раз потерпим, выпустим их и спокойно будем ими пользоваться. Иногда надо потерпеть немножечко. Я считаю, что сроки для такого объема работ небольшие, и можно потерпеть. Все ремонтные работы на дорогах должны завершить к 15 июля. Подобное в городе происходит впервые. Ведь обычно в середине лета дорожники только заключали договоры с администрацией. В этом же году, в июле, ремонты закончатся. И у автомобилистов будет время насладиться летом в городе без пробок. Кристина Добровольская, Михаил Величкин. Программа «Город».